6 мая 1945 года. Войска 2-го Белорусского фронта продолжали наступление и 6 мая полностью овладели островом Рюген. Войска 1-го Белорусского фронта, продвигаясь вперед, северо-западнее и западнее города Бранденбург, заняли 10 крупных населенных пунктов. Войска 4-го Украинского фронта взяли в плен более 1000 немецких солдат и офицеров. За 6 мая в воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 10 немецких самолетов.